экспорт 360-градусного видео в Twinmotion. Но обо всем поподробнее. Всем привет! С вами Jonikex. Перед нами главное окно программы с подготовленным полигоном. После создания видео переходим Export, Export, в разделе Video, Video, кнопка More, больше. Инструмент Mode, режим, представлены стандартный 2D, 3D, 360 градусов и 360 градусов 3D. Выбираем 360 градусов. 360 or so, разрешение 360, выбираем наиболее удобное. Для качества, конечно, только самое лучшее. Далее кнопка «Экспорт». Выбор места сохранения и ожидание рендера видео. По итогу получилось 360-градусное видео, однако при воспроизведении оно не выглядит таковым. Появляется ощущение, что мы смотрим видеопанораму. На сайте или YouTube такой результат не стоит размещать. Для конвертации формат, при котором видео можно вращать, потребуется программа Special Media Metadata Injector или аналог. После запуска с помощью кнопки Open – открыть выбирается файл. Программа сама определит его тип и затем предложит название и место сохранения файла. Теперь видео можно разместить на YouTube. По итогу получится интересное интерактивное видео. А как быть в ситуации, когда экспорт 360-градусного видео завершается ошибкой? Что, если вы используете версию от Epic Games 2019 года? Либо же у вас повторится та же история, но уже в новой версии. Ссылка на экране. Создать видео 360 на первый взгляд непросто, но реализуемо. На этом же урок подошел к концу. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Остались вопросы? Пишите в комментариях, что вас интересует. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!